вас происхода? Что его знает? А как произошло? Что-то какое-то передо мной взорвалось. В смысле взорвалось? То есть было все нормально, потом что-то взорвалось и руки и ноги отказались. А ну-ка рука как поднимается у вас? Что, выше не поднимете руку? Нет. А другу? А другу зовсім. А другу зовсім не піднімете. А ногу що? Так само. Не піднімаються вони взагалі, да? А это? Все, да? Ладно, а як же її протестувати? Треба ж протестувати. Ось так що, больно? Давайте так. Шкала боли от 0 до 10. Я не могу, маска просто сломана. Цифра. Двойка. Так. Двойка. Вот так. Так. Пятерка. Так. Это больше, наверное, чем пятерка. Вам трудно балакать, да? Можете только тихо балакать. Так. Цифра. Ноль. Тройка. Так. 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 Вот тут. А, вот тут 10, да? А так. Так. 8. Так. Так. Бачу сильно. Так, руки сюди. Це покололися, да? Так, тут. Ноль. Отак. 10. Живий ще. Так. Так. Восьмерка. Тут що? Ноль. А ви чуєте, що я пальцем? Да. И тут чуть. А так. Так. Ноль. Хорошо. А вот тут. Вот тут больно. А что нога тянется? Щекотно? Щекотка это воспалительный процесс. Так. Щекотка тут. Вот так. Цифра. Тройка. Так. 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 Да-да-да. Будем переворачивать? Да не, подожди, переворачивай. А вот так что? Вот тут что? Вот так. Вот так. Ноль. Ноль? А ця сторона? Трошки більше. А так? Що різали? Так що? Діабет якого типу у вас? Второго типу? Ну, спазмірований. Другого типу тільки за те, що спазмірований. Так, ладно. А скільки це відказали ноги? Як давно? 14 дней? Володя, что так? Пятерка. Пятерка, так. Та же пятерка. Так. Та же. Так. А тут шестерка. А что там синяк? Откуда там синяк? Лежал. Вот, четверка. Так, хорошо, хай прийти тут. Что так? Ничего. А вот так? Тоже ничего. А вот тут? Ну, тут без тройка. Тройка, так? Тоже. Так? Тоже тройка. Вот так? Тройка, четверка. Вот так? О. Что? Пятерка. Пятерка. А вот тут? Нет, нет. Ничего. А ну-ка наклоняем голову вот так. Насколько можешь,
Что так происходит? Ничего? Нет. А вот так, больно, не? Она кровь, бачу, тут стоит. Да. В инсине. Кровь тут не ходит. Тут а что надо как-то запустить? Тут работы, не початый край. А вот так что, больно? Нет. Нет. А вот так? Нет. Не больно? Нет. Ноги уже черные. И на тебе ноги тоже черные, да? Ну еще такого черного нема. Ой, все плохо. Та все синее все. Бачишь? Я бачу. Ну це дуже хреново. Ну тут надо робити, массировать. Ты что, тут вообще ничего не движется. Так, ладно. Лягаем назад. А ну-ка давай держи задницу там. А ну-ка лягай, лягай, лягай. Ну-ка вдыхаем, выдыхаем. А ну-ка поднимаем руки, пробуем, как я так и делаю. Ничего не меняется, как я так и делаю. Сила не добавляется. Выдыхай, вдыхай. Да, не важно. Я тягаю, не меняется. А вот так больно тут? Да. Цифры? Восьмерка. Спазмировали. Ну це щось може бути ще, кроме наушника. Ну, щоби, куди потягнути? Ну, це я зараз просто, я там взагалі не розсуджу. Я просто зараз виравнюю. Так, значить, що по ногам? Нічого теж не міняється, да? Так. А отут цифра? Цифри? Ноль? Ні, так, ноль, один. А так? Тоже ладно. Его надо чуть массажнуть. Его надо еще. Там синяк, смотри какой. Так, порозовил чуть-чуть у нас дядя, да? Вот так больно, не? Нет. А вот так? Нет. Не больно. Да нет, плечо на месте. Так, а ну-ка пробуем руками, может чуть-чуть легче шевелить? Чуть-чуть легче шевелить. И балакать стал громче, да? А ну-ка забалакаем. Об чем? Об чем? Об чем-нибудь, чтобы громкость добавилась. Так, за 15 минут добавилась, порозовів. Ну, в общем, чуть-чуть оживили, ну тут роботи не початий край. Вот так прилив іде, да? Лучше в голові стає, да? І лучше. Що ще? Що происходит ще в голові? Пока нічого. Просто тепло йде, кров йде в голову, да? Ну це його так треба оживляти. По-другому ніяк. Тут буде капати щось колоть, то все до задніх. Сказала, що безсмислено щось каже. Тут тільки отак оживляти. І до якого моменту його живим, я не знаю, але лучше набагато вмити. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. Ну, порозовів, бачиш. Порозовів. От уже позакалували так, що синяки. Ну, це... Так, а що зараз відбувається? Владимир? Лежу, балдію. Чуть-чуть легше стало? Да. Насіко. От якщо процентів 100 було, що було отак, а насіко лучше стало? Процентів на 30. На 30. Ну, за один сеанс це дуже добре. Ну, це на сьогодні і все.